По словам Акима Бухарбая-Парманова, за два десятилетия в район были привлечены инвестиции на 106 миллиардов тенге. Районный бюджет вырос в 16 раз и сейчас составляет почти 12 миллиардов тенге. Руководитель района отметил, что особое внимание уделяется развитию туризма. По его словам, с открытием горнолыжной базы приток гостей возрос в два раза. Значительная работа проделана и в сфере образования. За годы независимости на территории Тулебийского района было построено 29 учебных заведений. Плюс в 53 объектах был проведен капитальный ремонт. За 25 лет в 51 населенном пункте была проведена система водоснабжения. Это 93,7% населения. Природным газом были обеспечены жители 36 населенных пунктов. Был проведен средний ремонт дорог общей протяженностью 156 километров. Также были отремонтированы 9 мостов.